Бывшие члены горкома КПРФ Николай Плотников и Михаил Богатырев собрали журналистов, чтобы рассказать о причинах выхода из партии. Пойти на такой отчаянный шаг депутатов вынудили, поставив перед ними невыполнимые требования, игнорирование которых грозило исключением из партии. На пресс-конференции коммунисты выступили с заявлением, подписи под которым поставили неравнодушные к внутрипартийным делам люди. Фракция КПРФ вынуждена констатировать стремление бюро горкома КПРФ заблокировать работу депутатов фракции, фактически сводя ее к просиживанию раз в месяц кресел на заседании Иванской городской думы. Такой подход к депутатской работе считаем недопустимым и несовместимым с предвыборными обещаниями и предвыборной программой, с которой мы шли на выборы. По мнению внепартийных коммунистов, раскол стал назревать с момента вступления в должность первого секретаря Ивановского областного комитета КПРФ Владимира Кленова. Обострилась ситуация летом прошлого года. Но, по словам Плотникова, при таких обстоятельствах деятельность депутатов, интересы дела и избирателей не должны страдать от внутрипартийных интриг. Считаем своим долгом заявить избирателям, что наш выход из партии не означает отказ от борьбы за программные цели и задачи коммунистов и партии КПРФ в целом. Фракция КПРФ и далее будет действовать в рамках положения устава КПРФ, регламентирующей деятельность фракции, в интересах реализации программы КПРФ и в интересах избравших нас граждан. После того, как Николай Плотников вышел из партии, ряды красных решили покинуть и другие приверженцы коммуниста. Еще двух человек, Александра Короткова и Сергея Болотова, из партии исключили. Внутри городской партийной организации сложилась нетерпимая ситуация, вызванная нарушениями устава, нарушением принципов партийного товарищества и демократического централизма. В практику партийной работы вошли такие методы, как создание и поощрение Кленовым групп заговорщиков, слежка, сборы в брос компромата, прямые косвенные угрозы в отношении коммунистов, продавливание нужных решений любыми способами. Грубость, хамство, нетерпимость и ненависть друг к другу стали нормой партийной жизни. Такие действия руководства горкома и обкома породили серьезные противостояния внутри партийной организации. Выход из рядов КПРФ стал криком души. Николай Плотников и Михаил Богатырев пока не рассматривают возможности вернуться. Во всяком случае, до тех пор, пока в партийных рядах не произойдет оздоровление. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.